Вітаю. Ми продовжуємо наше спілкування з паном Вадимом Кадачіговим. Зараз говорили з приводу потрапляння озброєнь фактично на фронт і процедури. Як відбувається процедура розробки, затвердження, закупки і вже потім процедура розробки всіх стандартів для того, щоб воно потрапило на фронт. Да. Ось приклад штатів ви провели, Україна. Як це відбувається у нас? В основном предприятие за свои деньги разрабатывает какую-то новую продукцию. Потом оно может месяц, два, три бегать по кабинетам, понимая, куда все-таки ему нужно с этим продуктом прийти. Кто будет конечным потребителем, кто за это будет отвечать. Ну, у нас есть как минимум там, человек 5 в Генштабе и как минимум человек 5 в Министерстве обороны, к которым этот продукт может попасть. Потом этому человеку предлагают подписать спильное решение. Это такой себе декларативный документ, который в принципе ничего не решает, он подтверждает как бы намерение сторон, что да, если вы сделаете за свои деньги, и вдруг вы еще и пройдете испытания, а вдруг вы еще и конструкторскую документацию на все это сделаете, то может быть потом мы у вас это будем покупать. Может быть. Хотя зачастую никто не может точно сказать вообще перспективы вот этого вида вооружения. То есть нужно оно, не нужно. То есть центр мониторинга отсутствует. У нас были ситуации, когда там нас попросили сделать, подготовить документацию на МТЛБ УС, санитарная машина. Мы ее сделали по-волонтерски, за свои деньги, нашли деньги, сделали. Не, пока не надо. Ну как пока не надо? Мы потратили кучу времени и денег, а пока не надо, ну вот пока не надо и все. Давайте потом как-нибудь. Ну, потом этот проект так и висит. Хотя машины на фронте нужны, как бы санитарная машина на базе МТЛБ не лучший вариант. Но подвешенную прохідностью в будь-якому разе, да. Она не для нулевки, но на ней как-то работать можно. Но это не самое такое. Таких вариантов масса, на самом деле их масса. Так вот, вы подготовили спильное решение. В спильном решении ориентировочно порядка 15 подписей, которые находятся в разных концах города и которые находятся все под доступом через карточку по пропускам. Вы должны пробежать все эти 15 подписей, собрать, причем, заметьте, в строгой последовательности. Даже если 3 подписанта находятся в одном месте, а 3 в другом, вы не можете подписать у 3 в одном, а у 3 в другом. Вы их должны последовательно вот объездить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть вы убьете на это, опять же, все буду приводить на примерах. Комплекс СПР-2, БМВ «Ртуть». СПР-2 это противодействие системам детонации, ну, радиодетонаторов на градах, которые стоят. Вот это вот СПР. Ребята подписывали спильное решение порядка 8 месяцев. На 8 месяце они поймали меня, попросили подписать спильное решение. Я поехал просто к министру обороны. Он, оказывается, не знал о том, что это происходит. И он сразу все это оформили, подписали, все это быстро сделали. Люди забрали эти машины и начали их модернизацию. До этого все думали, что этих машин нет. То есть вот спильное решение может занять месяц, может занять 2, может занять 3. Это декларирующий документ. Это даже вы не начинаете работать еще. Вы подписали спильное решение, вы наконец-то там получили эту технику и беретесь ее модернизировать. Вы делаете за свои деньги, но при этом вы должны полностью следовать ГОСТам, которые секретны. То есть для того, чтобы все это делать, опять же, вы должны получить эти ГОСТы, вы должны найти где-то эту конструкторскую документацию. Это на самом деле столько геморроя, что вы даже себе не представляете. То есть вы можете столкнуться, вот в какой-нибудь определенный момент вы можете встать в такой ступор, который вот вы просто не знаете, как его разрешить. И вас начнут гонять по кругу. Вы будете ходить по кабинетам, вам будут рассказывать о том, что да, вот, все нормально, все решается, все, давай делай. Сделал, хлоп, о, нет, слушай, ну мы же так не можем. А теперь мы не можем принять, потому что надо было вот так делать. Так вы же мне сказали так делать. Ну, слушай, ну, читай ГОСТы. Так ГОСТы же секретные. Ну, елки, ну тогда не читай ГОСТы. Ну, вот как бы вот так, понимаете? У нас нет желания отладить эту систему, потому что эта система, это... Опять же, возвращаясь к сказанной в первой части, это система планового ведения экономики. Там все было по полкам и все было государственное, там не было ничего частного. Ну, чим більше складнощів, насправді, це не... Тим менше оружия. З одного боку, тим менше озброєння, з іншого боку, неодноразово про інші речі ми говорили в нашій державі, тим більше можливостей для зловживань певними людьми. Це іменно так і працює. І тому і є. Непрозорі схеми і складні для обходження, вони створюють умови, такі гавані для матеріального збагачення певних людей. Це я вам тільки перший етап описав. Потім существують ще етапи здачі конструкторської документації. Після того, як буде утверджена конструкторська документація, ви переходите
пластика второму етапу, это непосредственно монтаж. Потом вы проходите на внутренние испытания, корректировка конструкторской документации. После этого вы подаете заявку, выходите уже на попередние испыты, потом вы выходите на государственные испытания. И это все, самый основной вопрос, это РКМы, согласование разрахунково-калькуляционных материалов. Это как раз-таки вот эта постсоветская система, в которой все было государственное, и все стоило одинаково. То есть сталь везде стоила вот там 4200 рублей за тонну, она везде так стоила. Но сейчас сталь стоит по-разному, и специалисты стоят по-разному. Но у нас все должно стоить одинаково, потому что при плановой системе ведения экономики все стоило одинаково. Поэтому у нас тоже все стоит одинаково. Подготовка производства, нет, это ваши проблемы. Подождите, если вы у нас купите один образец продукции, а мы потратили на него денег больше, чем стоит этот образец продукции. Нет, мы только образец продукции покупаем. Как это покупали в 70-х, только образец продукции, потому что государство профинансировало подготовку производства. Сейчас, теперь возьмите с точки зрения любого нормального здравомыслящего бизнесмена. У вас нет гарантии, что у вас купят какую-то продукцию. У вас нет гарантии, что вам вообще дадут его запустить в производство. Вы не имеете права продавать это на внешний рынок. И вы не понимаете, как это все для нашей армии делать. Какой ваш вариант? Вот у вас есть $1 млн, вы понимаете, что военный бизнес очень перспективный. Но вам рассказывают о том, как это все будет происходить, и вы говорите, я лучше пойду карамельки делать, чупа-чупс производить, там, ну, холодильник или еще что-то. Поэтому результат простой, армия сидит без оружия, 4 года у нас, весь потенциал у нас на нуле, мы продаем меньше четверти из того, что мы можем производить, и продолжаем хлопать в ладоши и рисовать картинки. Чи можна говорити, ось ми до ефіру трошки спілкувалися з вами, якщо ми перейдемо на такі, знову ж таки, прикладні приклади по озброєнням вже. Розмови ведуться, що ось нам потрібні джавліни. Америка дасть нам джавліни, ми підсилимо свою потужність на фронті. З іншого боку, хтось говорить, ай, не треба, у нас є стугни. Але ні того, ні іншого в масовій кількості чомусь не спостерігається. І в чому проблема? Ну, все в том же. Тобто, оці всі процедури... Человек, который примет решение и начнет его впроваджувати. Не с оглядкой там, а что скажет мама, а что скажет папа. Я командую, я принимаю решение, я это делаю. Джавелины шикарнейшие ракеты, да. Но, чтобы вы понимали, один выстрел джавелина стоит порядка $100 000. Один выстрел стугны стоит $25 000. Мы стоим в 4 раза дешевле. По эффективности мы не намного уступаем джавелину. Вообще не намного уступаем. Мы можем доработать свои ракеты. Мы можем их продавать на внешний рынок. Мы можем конкурировать с российским корнетом. Российский корнет стоит выстрел порядка $30 000. Чуть дороже. Мы можем выкинуть Россию с ее рынка вооружений во многих секторах. Но мы этого не делаем. Мы не делаем, потому что мы не можем выходить на внешний рынок. У нас запрещено выходить на внешний рынок и конкурировать с нашим агрессором. Вот у нас это запрещено по закону. Я могу сделать оружие, которое будет конкурентно российскому. Я могу отбить у России несколько рынков. И послабить їх ВПК. Абсолютно правильно. Россия экспортирует единственную высокотехнологичную отрасль – это оружие. Все остальное – это нефть, зерно, уголь, сырье. Африка, ну, все так. Такое. Единственная высокотехнологичная российская отрасль – это оружие. И за последние 3 года, при том, что общий экспорт Российской Федерации упал процентов на 30%, экспорт вооружения вырос в 2 раза. Но мы не выходим на внешний рынок, потому что нам нельзя. То есть быть по військовому гаманцю мы можем, у нас есть чем, мы просто не хотим этого делать. Да. При этом, ну поймите, если то же предприятие, которое разработало стугну и производит ту же самую стугну, получит иностранный заказ, оно доработает стугну и еще лучше сделает, потому что любое нормальное предприятие как минимум половину своей прибыли потратит на доработку успешного продукта и будет делать его еще более успешным. Но это аксиома. Так весь бизнес строится. Если вы сделали первый Apple, почему появился 7-й Apple? Потому что он понял, что он на первом хорошо заработал, и он начинает его развивать дальше. Но мы не можем, потому что нам запрещено. У нас все секретно, и нам ничего нельзя. Ну, вот такой тупизм у нас есть. І, в принципі, поки що не існує такої можливості, знаєте, радянської або 90-х років порішати. Ну, тобто, все ж таки, вийти. Ви привели приклад спілкування з міністром, який все ж таки прийняв рішення і зміг вплинути на прискорення процесу. Да. Тільки так це відбувається, в ручному режимі? Ні, не зовсім. Зараз ми, от, як раз таки, в рамках роботи асоціації, ми прийняли рішення, що ми самі перерабатуємо всю документацію Міністерства оборони. Ми підготовили наказ 416 по процедурам, етапам по
подготовки и постановки на разработки и постановки на вооружение образцов, новых образцов техники и модернизации. Мы отправили этот наказ 416 Министерства обороны, они его проработали. Вчера, позавчера мы получили ответ, что все ваши замечания учтены, приняты. Надеюсь, они теперь воплотятся в наказ, в новый наказ, что существенно упростит процедуру. Следующим этапом мы сейчас планируем проработать для Министерства обороны процедуру прямого импорта. Это существенно позволит сократить количество РКМов, применяемых для расчета цены. Сейчас РКМ, ну, калькуляционные материалы на цену, они в основном выходят из того, что у нас как бы единый исполнитель. Но под единого исполнителя Министерство обороны само подводит вот какого-то производителя, подводит его в качестве единого исполнителя, заставляет его делать эти РКМы, которые в большинстве случаев убыточны для предприятия. Они в принципе не отвечают требованиям рыночной экономики. Сейчас мы делаем для Министерства обороны, прорабатываем процедуру прямого импорта, и в этом случае у нас в Украине есть шикарный один эксклюзивный продукт, вот только один. Мы делаем самогонные аппараты или аппараты для производства водки. Вот по производству водки Украина занимает первое место в мире, у нас лучшее по качеству водки. Вот это эксклюзив. Ничего более эксклюзивного мы не делаем. То есть мы не делаем новых бронетранспортеров эксклюзивных в мире. Мы не делаем ракеты противотанковые эксклюзивные в мире. То есть вот когда Министерство обороны объявит конкурс на закупку противотанковых ракет, выйдет «Джавелин» со стоимостью выстрела в 100 тысяч долларов, выйдет российский «Корнет», ну, к примеру, они, ну, естественно, так не выйдут. Ну, там кто-то меньше. Да пусть выйдут, да, господи, мы им покажем, что наши ракеты лучше, и пускай идут утрутся. Мы выйдем, там поляки выйдут, там англичане выйдут. Тогда мы будем закупать у нашего производителя. При этом мы пытаемся предусмотреть вот в этих изменениях, что даже в случае превышения стоимости продукции украинского производителя в рамках 10%, наше министерство будет обязано закупать у украинских производителей. Потому что эти 10% вернутся гораздо большей суммой в виде налогов, в виде развития производства, в виде местных налогов, там все такое. Но это все приходится делать нам самим. Это не финансируемые проекти. Это исключительно, опять же, волонтерская деятельность. Так, у нас фактично лишилось буквально кілька секунд. Скажімо так, час, який може зайняти впровадження цих норм, які вже ви подали і які начебто прийняті. На ваш погляд, якщо робити якийсь прогноз. Ну, исходя из того, что очень позитивно воспринимается это Верховной Радой, то вполне возможно, что мы еще в этом году какую-то часть изменений внесем. С Кабмином сложнее, потому что там действительно ситуация требует такого бурного вмешательства, указаний и жесткого понимания того, что вплоть до того, что офис реформы и конкретно под реформирование, внутреннее реформирование Министерства обороны. Там нужно перерабатывать полностью всю документацию, переводить ее на другие рельсы. Совмещать, вот я написал недавно статью, как совместить носорога там с бегемотом, это нереально. То есть нельзя на Феррари возить кирпичи, а на Белазе гоняться, хотя двигатели у них по мощности одинаковые. То есть нам нужно изменить систему закупки, систему финансирования разработок, систему контроля разработок. Тогда будет результат. Ми, власне, на жаль, наш ефірний час вичерпано. Ми спілкувалися з паном Вадимом Кандачиговим, президентом Асоціації виробників озброєнь та військової техніки України. Дякую вам за візит. Будемо висвітлювати надалі цю тему, тому що це насправді питання нашого спільного виживання. До зустрічі в ефірах.